1 апреля по всей стране стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. О местных особенностях весеннего призыва 2015 рассказал начальник отдела военкомата республики по Новочебоксарску Сергей Баранов. В принципе, этот призыв, весенний призыв, он ничем не отличается от предыдущих призывов. Также граждане, подлежащие призыву, срок службы у них остался также 12 месяцев. Начало призывной кампании с 1 апреля по 15 июля, как и раньше это было. Нам на сегодняшний день план дали 90 человек. Я считаю, это небольшой план, он выполнимый. Значит, войска, значит, более 50% будут служить в сухопутных войсках. Значит, военно-воздушные силы на сегодняшний день, это по Новочебоксарску, я говорю, значит, 4 человека. Военно-морской флот 4 человека, воздушно-десантные войска 4 человека. И во внутренние войска, насколько я помню, 8 человек. Мы уже второй год гражданам, подлежащих призыву, имеющих высшее профессиональное образование, даем право выбора. То есть, в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий высшее образование, подлежащий призыву, имеет право выбора либо идти служить один год по призыву, либо два года по контракту. То есть, они еще на сегодняшний день имеют право выбора. То есть, есть перечень воинских частей, военнослужащий, контрактник. То есть, он не как солдат срочной службы, он будет иметь право, то есть, выхода в город, иметь там выходные дни, иметь те социальные гарантии, которые предусмотрены военнослужащим по контракту. Иметь ежегодно оплачиваемый отпуск и так далее, и так далее. Более подробный материал о весеннем призыве смотрите завтра.